Привет, меня зовут Сергей. Самый горячий хот-хэтч, представленный на российском рынке, перешел на новую ступень эволюции. Сегодня я вам расскажу про новый мини John Cooper Works. Обратите внимание на новую оптику. Отражатели теперь полностью черного цвета, а светодиодные элементы еще более выразительны. Классическая для мини трапециевидная решетка радиатора в исполнении John Cooper Works стала еще более дерзкой. Изменился вид воздухозаборников. Они стали больше для еще более эффективного охлаждения тормозной системы, кстати, разработанной совместно с Brembo. Обновленный диффузор на задней части бампера не только активно оптимизирует воздух под днищем автомобиля, но и стал выглядеть еще более впечатляюще. Дизайн задних фонарей в стиле Union Jack отлично выделяется в потоке. В базовом оснащении Mini John Cooper Works имеет 17-дюймовые колеса. В качестве опции доступны диски диаметром 18 дюймов и новые двухцветные диски John Cooper Works Circuit Spoke. Mini John Cooper Works имеет 2-литровый бензиновый двигатель, 231 лошадиная сила, крутящий момент 320 ньютон-метров. Разгонная динамика на автоматической коробке передач до 100 км составляет всего 6,1 секунда. В качестве опции доступна новая адаптивная подвеска. Ее настройки меняются с частотой от 50 до 100 миллисекунд в режиме реального времени, обеспечивая тем самым оптимальную плавность хода и баланс между спортивным и комфортным вождением. В центральной части расположен новый большой 8,8-дюймов дисплей. Дисплей оснащен новой операционной системой, сенсорным управлением и глянцевой отделкой Piano Black. Интерфейс управления получил новый дизайн, а также возможность настраивать меню под себя с помощью виджетов. Фирменное светодиодное кольцо получило лазерную гравировку и опцию Ambient Light, создающую невероятную атмосферу. В качестве опционального оборудования можно выбрать мультимедийную навигационную систему Mini Connected Navigation Plus с Apple CarPlay, беспроводной зарядкой для смартфона и Digital Cockpit. Кстати, с 1 марта доступно новое приложение Mini App для дистанционного управления вашим Mini. Обновленный дизайн панели приборов в данном автомобиле представлен премиальной отделкой Mini Yours Aluminium. Обновленный спортивный кожаный руль с многофункциональными кнопками теперь входит в стандартную комплектацию. Раскладка и расположение кнопок изменились для более удобного управления аудиосистемой, телефоном, голосовым управлением. Также впервые доступен опциональный подогрев рулевого колеса. Записывайтесь на тест-драйв нового Mini John Cooper Works в любой из дилерских центров Автодом Mini в Москве и Санкт-Петербурге. Пока!